Около 800 письменных работ сдали на проверку участники тотального диктанта. Кроме того, во время онлайн-трансляции акции ее организаторы зарегистрировали больше 2000 подключений. Онлайн-марафон прошел без каких-то серьезных накладок, во всяком случае, вот в нашей части, в Новосибирской, все в эфир вышли. Вот на пике онлайн-просмотров, я подсматривал, было что-то около 10 тысяч. На нас, на нашей трансляции немножко обвалился сайт, но, в общем, все работы были приняты. Тотальный диктант прошел в 17-й раз. Из-за пандемии коронавируса заметно снизилось число участников. В прошлом году свою грамотность проверили 6 тысяч человек. Однако организаторы рассказали, что они старались не допустить аншлага. В Новосибирске организовали 52 площадки, в том числе 12 в учреждениях службы исполнения наказания. Организаторы уже заканчивают проверку работы, результаты станут известны в конце октября. Каждый бланк отсканируют, чтобы участники смогли взглянуть на свои ошибки. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.